Арина Скрипникова мечтала стать врачом с детства. Получив профильное образование, устроилась фельдшером на станцию скорой помощи. Говорит, работать сейчас непросто, но ей нравится чувствовать ответственность и спасать жизни людей. Сейчас сотрудники скорой принимают около 1000 вызовов в сутки. К работе под руководством опытных медиков привлекаются выпускники колледжа имени Нины Ляпиной, студенты старших курсов медуниверситета, имеющие доступ к сестринской деятельности. Есть такие вызовы, когда просто приезжаешь, даже есть такой момент, когда ты просто с человеком поговоришь, а ему уже легче становится. Ну, честное слово, я ни сколечко не вру. Когда ты просто даже помогаешь, ну, там, лекарствами, какими-то препаратами, и человеку прям на глазах легче, это вообще просто достойно прям всего-всего. Теперь в Самаре работают 65 бригад. Среди них и линейные общепрофильные, и специализированные реанимационные бригады, и фельдшерские, и, конечно, инфекционные, которые выезжают к пациентам с подозрением или подтвержденным случаем коронавируса, пневмонии, жалобами на высокую температуру. Уже сейчас вот первые статистические данные показывают, что сокращается время ожидания. Ну и, наверное, пациенты сами даже могут это сказать, что если раньше какое-то время назад, может быть, месяц или полтора, когда еще очень много обращений было по поводу ковид и так далее, время ожидания немножко другое было, сейчас оно значительно сократилось. В основном, конечно, мы делаем ставку на новых сотрудников, те, которые закончили медицинские колледжи. Самарская станция также обслуживает Красноярский, Волжский, Кинерский районы области. В общей сложности ежедневно на линию выходят 85 бригад. Елена Малютина, «События».